Добровушка зеленая, ладо, ладо, добровушка зеленая, душень мой, что так рано зашумела, ладо, ладо, что так рано зашумела, душень мой. Шумнули мною буйны ветры, ладо, ладо, шумнули мною буйны ветры, душень мой. Шумнули мной лютые морозы, ладо, ладо, шумнули мной лютые морозы, душень мой. Что так рано душель мой, я не сама, я замуж иду, ладо, ладо, не сама, я замуж иду, душель мой, а меня батюшка выдавает, ладо, ладо, меня батюшка выдавает, душель мой, я матушка собирает. Ладо, а матушка собирает, душель мой. Добровушка зеленая, ладо, ладо, добровушка зеленая, душель мой. Да. Надеюсь, все получилось. Ну, слава Богу. Дальше песня про хлебушек будет. В том районе, где живу я, постоянно всякие звуки. И, в общем, там у нас один есть товарищ, не знаю, вообще я его ни разу не видела, но всегда слышала. В определенные дни он начинает кричать: «Мам!» с интервалом в минут 5, и потом так опять: «Мам!» И да, и, ну, это может продолжаться долго, в общем, вот. А, то есть он не 5 минут. И непонятно, то ли он пьяный, то ли он трезвый такой, ну, в общем, удивительный персонаж, и, в общем, он меня вдохновил вот на эту песню. Никогда его не видела. Вот так вот. Ну, на голос лет 30. Не знаю, все мы дети. Боже. За хлебушком мимо фонаря и дедушки, мимо гаражей и ларьков, мимо безымянных цветов, мимо
Надеюсь, состояние я передала. Конечно, можно. Мама чья? Моя? А я не знаю, где. Вот, вот он ее потерял, видимо. Нет, он кричал «мама». А песни мимо, да. Ну, это ответ ему. Может, он меня услышит? Может, я присоединюсь? Дальше прозвучит песня, не знаю, есть такая, была, вернее, группа «Химера». Был такой Эдуард Старков в клубе «Там-там», который был в Петербурге, по-моему. Вот. Или в Выборге, или в Петербурге, врать не буду, не могу сказать точно. Вот. И Эдика Старкова уже нет, а песни есть, песня прекрасная, называется «Петр». Ее, по-моему, кто только не перепевал. Вот. Ну и я теперь перепою ее, кавер вот сделаю. Очень люблю эту песню. Петр живет в тайге, вот уже третий год. Петр ушел от людей, он ушел от людских хлопот. Он просто устал от жизни и не держит зла на людей. Было время, он был зачинщик великих людей. Теперь лес стал его домом, он может жить днем и спокойно спать. Он пьет тишину, и тишину у него не отнять. А по ночам он приходит ко мне, он зовет меня с собой. Он идет к луне, он видит ночь, как никто другой. Ему в гости никто не приходит, кроме птиц и зверей. Он поет им свои песни, его голос стал чист, как ручей. На смену зиме приходит весна, лес меняет свои одежды. Петр умывается росой, весна вселяет надежду. Для людей он был никто, для зверей он как Дед Мазай. Он вернется к людям, когда на землю придет рай. А по ночам он приходит ко мне, он зовет меня с собой. Он идет к луне, он видит ночь, как никто другой. А по ночам он приходит ко мне, он зовет меня с собой. Он идет к луне, он видит ночь, как никто другой. Вот, мне кажется, это про апостола Петра, по-моему, песню. Вот. Давай. Да, а вот сейчас будет песня про контролера. Да. А? Да. Наших ношений масок. Да, как у нас все в Нижнем Новгороде, там вот с масками совсем. Ну, совсем вообще. Не, ну давай уточним. Вот ты сегодня, вот мы приехали, но, кстати, сейчас многие в транспорте не едут. Кстати, в Москве с этим построили. Ну, так это когда было? Когда было, сейчас идет. Нет, я имею в виду это. Ну, в общем, не знаю, я вот это с милиционером сталкиваться люблю. Вот. Люблю, вернее, ну, так получается. И вот как-то вот что-то навеяло, так скажем. Тоже сейчас вот ревера, ну, везде прям, если можно. А? Да, я не надо. Я не.
партнер посмотрел вперед и билетики раздает. Ты поймешь его взгляд без слов, будто это была любовь. Диспансер. Раз. Да. Я... Кто? Ну, а-ля фламенко, а-ля. Такой. Ну, а-ля. Да. А-ля фламенко, а-ля гранж, а-ля цыганская песня, что-то такое. Помесь. Еврейских? Тоже неплохо. Да, интересно. Прикольно. Надо будет подумать. Так, мы с Яной сочинили... Как... Это ты сочинила, а я тебе как бы дополнила. Ну, в общем, Яна придумала аранжировку, мне кажется. Все придумываю. Да, там такое, это массовое у нас такое произведение получилось среди наших друзей. А слова откуда? Как? Психоневрологический диспансер. Как слова-то родились? Расскажи, я вот постоянно... Ну, мне подруга картинку показала, смотри. Говорит, психоневрологический диспансер. Я говорю, да, и начала я напевать это, вот, все. И как-то это родилось в песню. Психоневрологический диспансер, не пора ли вам посетить, сэр, не пора ли вам посетить, сэр? А за годом идет еще год, а за годом идет еще год. Год пройдет так же, как и тот год, год пройдет так же, как и тот год. Психоневрологический диспансер. Психоневрологический диспансер, не пора ли вам посетить, сэр, не пора ли вам посетить, сэр? Да. Мне кажется, уже хватит, все устали уже. Нас. Спасибо. Конечно. Это вообще любой момент подходит почти. Да. Вот. Контролер, диспансер, конечный пункт. Конечный пункт. Конечный пункт.
А ты не любишь? Нету конечного пункта. Вот это конечное на самом деле. Ну да, мы что-то пока что. Не озвучили, пока что, да. Спасибо вам большое за внимание, что сидели, слушали. Большое спасибо, что пригласили. Вот, да, и пригласили. Спасибо большое, да. Завершение? А что у нас еще? Это было завершение. Ну ладно. Ну да. Ну что еще? Что-нибудь такое? Хорошая, позитивная. Блин, сели. Не, у нас нет ничего позитивного и хорошего. У нас вот, у нас вот. Давай сельву, но я на кахоне сыграю, ладно, ничего страшного. Ну вот, ну давай сельву. Тебе неудобно будет. Да нормально, давай сельву. Ну последнее. Ну ладно, что-нибудь светлое, как там, да. Кавер. Да, кавер. Ян попробует сыграть, сейчас будет смертельный номер, она обычно... Да, потому что я эту песню, которую будем сейчас играть, обычно играю на бонгах, но просто с тем, что мы как бы все тащили на себе, и да. Пока девушкам хрупким тяжело нести все туда-сюда. Слоновой кости твоя, улыбчив, как юный бог. Твоя не слушал совета сбоку, и вот твоя башня упал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, упал, упал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, прямо на песок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, слишком сухой песок, наша сельва. Ай-яй-яй-яй, а ты не знал, потому что не слушал совета амигос. Стой, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, стой, стой, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, совершенно пустой, ай-яй-яй-яй-яй-яй, слишком сухой песок, наша сельва, ай-яй-яй-яй, а ты не знал, потому что не слушал совета, ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, зачах, зачах, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, совершенно зачах, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, слишком сухой песок, наша сельва, ай-яй-яй-яй, а ты не знал, потому что не слушал совета амигос. Спасибо большое за внимание, за слушание. Спасибо за цветы. Какие они красивые, как же мы их повезем-то?